наше белое парадное столовое, вновь мы его прекрасно после барокко. Белое парадное столовое переначал для уже более масштабных планных обедов, ужинов, чтобы было еще на гостей, и, конечно же, могло и салат, и даже стало это прекрасно. Здесь, в этой белой парадной столовой, стены украшены белым штофом, основным видом материи, и, собственно, она создает белый фон. И мы еще не раз ее увидим на прошлом приеме. И картины сами украшают художники. Стены этого зала картины украшают художники Иоганна Дротта. Ну, Иоганн Дротт интересный человек, интересный художник. Он на всю Европу тогда славится, что у него так нарисовал перья птиц, шерсть животных, что не отличить от настоящих существ. И поэтому это хорошо удавались охотничьим примеркам. А из этого идем любила охотиться, она умела это делать. Для нее даже был создан специальный зверинец, охотник на территории Александровского парка. Где был еще и бассейн по районному бежу. Бежать из французского на ЕПС. Ведь в этом павильоне из этой Петровны отдыхала после охоты. На свежем списали местный сервиз. На дорогу на этом тумане впервые в 18 веке, в первой половине 18 века он вообще делает катку. До этого здесь был привозной китайский, китайский мастер, долго там не существует. И здесь все высадили изготовленное в городе Мейсон, кроме центральной композиции. Центральная композиция, напоминающая большой каприз, а не спорьян прикупленный с попарком. Это уже наше производство, императорское, по второго завода. Ну а костюмы лакеев по бокам от стола, это уже современная реконструкция. Самый маленький интерьер в золотом флаге, помню, один из самых маленьких. Это малиновая столбовая. Стены этой столовой также затянуты белым штофом, но уже сверху украшены столбами из малиновой фольги. Сейчас бы сказали, что это пиастры. Так расцелили с разнообразием интерьера стиля барокко. Этот небольшой камерный интерьер предназначался для встреч в ближнем кругу. Здесь могли поиграть в шахматы. Вот перед вами стоят шахматы 18 века. Сама доска украшена перламутром, и особенно белые фольги переливаются будто жемчуг. А фигурки выполнены слоновой кости. Интересное мебельное убранство. Секретарь мастера Рентгена. Здесь кажется, что стоят книги в этом секретаре. На самом деле это просто шторка, как мастер с раскрашенной под корешкой книг. Вот за этой шторкой хранили документы, переписки. Не просто же так. Но не поверите, мы зеленый стали. Это здесь же место фольги. Малиновый цвет используют после того зеленого. Отличную форму кружев. И здесь же одна из самых больших печей очень кажется расположена сразу несколько тосках. Я при этом не чувствую, что он давно над нами, как доминирует в интерьере, как масса скоростей, распоряжет разные элементы отделки, чтобы они было новейшее. В центре же представлен музыкальный инструмент. Вирджина, что там есть по вирджинам. Звучание там музыкального инструмента было подобно пению сладкоголосой. Белый. И здесь же самое интересное, что первая поставка всяких частности, ясно, копка, изготовленные были Венеции, привезены в Россию в середине 18 века. Сейчас он имеет стамуляж, и советую его пробовать, но именно из этой пиктуры сидеть и жарить точно в самом цвете. Но потом же будет делать на роскошь. Особенно. Царей висели портреты царственных особей. Первый портрет – это портрет Екатерины I, кисти художника Адольского. Именно Екатерины Великой 26 июня 1710 года Петр I подарил все эти земли, только что отвоеванные у Швеции в ходе Северной войны. Это был такой, скажем, предсвадебный подарок, совсем скоро они уже поженятся сам мужем и женой. Екатерина приказала здесь построить небольшой дворец с 16 комнатами, сравнительно небольшой по сравнению с этим дворцом. Но именно с такого относительно скромного дворца начинается история этой загородной императорской резиденции.
Следующий портрет – портрет уже Екатерины II. Это копия с работы художника Рока. Екатерина II любила Царское село. Правила на России 34 года. На протяжении этих лет она часто приезжала сюда отдохнуть от суетной петербургской жизни. Приезжала она сюда, как правило, в мае. Жила здесь с мая до поздней осени, когда уже холодно, просто вынуждали переехать в более теплый зимний дворец. Все-таки Царское село не было. И способна к зиме. Особенно зима в Царском селе. Следующий портрет Натальи Алексеевны, кисти художника Ивана Никитина. Наталья Алексеевна была любимой сестрой Петра Великого, один из самых близких для него людей. И так уж получилось, что Наталья Алексеевна была еще любимой тетушкой Елизаветы Петровны. И когда Петр I с Екатериной I уезжали куда-либо в дальний странство, Петр I знает, если по стране его везде сопровождала его жена, то Елизавета Петровна оставалась либо с Александром Меньшиковым, ближайшим другом Петра Великого, либо с его сестрой, то есть со своей тетушкой Натальей Алексеевной. И портрет этого Петровника, который я выбрала, представитель Паранка. Вот он был художником полковца. И дальше Паранка портрет показать человека как великого правителя, великого сына. Не спроста здесь Елизавета Петровна представлена во всей своей красе, расшитая золотом платье, обязательно горностаевая мантия с гербами Российской империи, символ царской власти, скипетр, держава. Помните, были управлены ордена Святого Андрея Первозвона? Вот Елизавета Петровна себя наградила клиента этого ордена. И здесь же, вот наверху, видна бриллиантовая звезда. Мы изрубили бриллиантовую звезду этого вся усыпана бриллиантами. Так же, как и его корона на самом верху, тоже усыпана вся бриллиантами. При этом на заднем плане мы видим портрет на античную колоннаду. Такого формы никогда не существовало, как и пейзаж. Это уже фантазия, которая выходит в фильме. Препарат на портрет какого-то куска. Создать портрет, соответствующий имеющий правителя формы. Другая задача парадного портрета – произвести впечатление, уничтожение лица. Интересно, что одно из таких Петровна, Царское село, уже получает свое название, с которым мы будем присоединены. Царское село. И, в общем-то, технологический подарок русского короля еще Петру Первому. Да, ты. Точно найти место для элементарных комнат, этих элементарных комнат. А здесь вы сами действительно когда раз собираете. Он рассказывал элементарных комнат. Все рассказывает. Из механизма были остальные. И все украсит золотой резьбой. Кое-где, правда, янтаря не хватило. На самом верху русскому художнику Ивану Веску пришлось раскрасить как следует просто янтарь, чтобы было очень похоже. Выяснилось, как из рабочего. Кабинет русского короля меньше комнаты русской царицы, поэтому пришлось в острове как-то находить способ выйти из положения. Важным картинным данным также являются английские мозаики с помощью лицевых камней, аллегории чувств человека. На северной стене у нас представлены изменения, а на белых посмотрим. Да, одна читает книгу, другая посмотрит, следующая аллегория – это аллегория слуха. Там девушка кричит через трубу к мужчине, развивая его слух. Следующая же аллегория – вкус, я думаю, надо всем, что там люди делают. А следующая аллегория – последняя. Сразу два чувства захватывают – для осязания и гадания. И вот то, что вы сейчас видите, это точно реплика той интернет комнаты, которую нацисты украли в годы Великой Отечественной войны. Эвакуировать интернет комнату, к сожалению, не успели. А когда нацисты сюда вошли в Царское село, тогда уже город Пушкин, у них был конкретный список. Идентично, что у вас это все. Это все ценности. Борцов, интернет комнаты. За это время дворец уже начал активно восстанавливаться. В конституции стало ясно, что не находится интернет комната, а есть только помещение. Оставлять после переговора к шаману решили решили восстанавливаться. Однако элементарный труд занял 26 лет. С 1807 года дальше не было. Все было восстановлено после восстановления, и они с того же проводили проворят, то есть жильцы. И подобно после этих работ не было ни времени. Только наши рестораторы за способными трудами.
Кругами такими развешены шпалеры. Развески. Шпалеры со временем названия ковра. Принцип этой развески предполагает, что стены зала картины покрывают будто прекрасно живописный ковер. Это не отменяет того факта, что это чудесное произведение. Например, попался французского художника Пьерри Дюме Мартена-младшего, который славился на всю Европу именно как выдающийся батальный живописец. Ее эту картину заказал еще сам Петр Великий в первой четверти 18 века. Однако в Россию картина пришла только после смерти Петра, и уже из-за этого Петр включил ее в свою коллекцию. Обернемся и увидим замечательный полет. Наверху уже полотно побольше. Неизвестного художника «Милосердие Сципиона Африканского», как оно называется. И каждая из этих картинок – произведение искусства, но вместе с великолепным узором золоченым. С точки зрения музейной этики, такая развитие картин варварская. Ни одна из картин не выделена, и все сливаются в единое полотно живописи. Однако, такой были гарды середины 18 века, и таким образом эстетической ценностью отдельного произведения жертвовали, чтобы создать ценности живописи.